Из международного аэропорта Алматы вылетел первый казахстанский лайнер, осуществляющий прямой рейс со столицы Ирана. Полеты будет выполнять 3 раза в неделю национальный авиаперевозчик на воздушных судах Embraer 190. Регулярное авиасообщение даст импульс развитию туризма, что будет способствовать введению безвизового режима между 2 государствами. Этот вопрос должен решиться в ближайшее время на межправительственном уровне. В настоящее время получить визу в Иран не составляет труда. Мы работаем по упрощенной схеме. Ежедневно оформляем 15-20 виз. Кроме этого, решается вопрос о выдаче виз по прибытию в Иран. Что касается введения безвизового режима, то здесь требуется только обоюдное согласие казахстанской стороны. Это станет еще одной ступенью к укреплению взаимоотношений между нашими странами.